Международная федерация борьбы обнародовала финальный рейтинг вольников по итогам 2013 года. В список вошли 10 наших соотечественников. На втором месте расположился спортсмен из Азербайджана Хайтак Газюмов, который пропустил вперед только иранца Резу Яздани. Также в первую десятку от нашей страны вошли Шариф Шарифов, 8 место, Джалаладдин Магомедов, Ахмеднаби Гвартазилов, Джабраил Гасанов, Александр Гостев.